Пока температура воздуха в республике не станет стабильно теплой, асфальт класть нельзя. Зато подготовка к этому уже идет полным ходом. По сравнению с прошлым годом, заготовка материалов началась куда раньше. Подрядчик должен успеть закончить работы в срок, до наступления холодов. Так, 8-километровая трасса в поселке Вахмистрово, которую начали делать в июле 2017 года, будет достроена в ближайшее время. Будет 15 пешеходных переходов с автономными системами освещения. Барьерное ограждение, перильное, тросовое ограждение, разделительная полоса. Ширина проезжей части 10 метров будет. При строительстве в прошлом году местные жители жаловались на пыль, грязь и самая главная проблема – неудобная объездная дорога. В этом году недостатки обещают устранить. Необходимость возникла дополнительно примыкания. Но тем не менее, там, где это возможно в соответствии со всеми правилами по безопасности дорожного движения, эти примыкания, которые надо было, мы их сделали. Поэтому я думаю, что уже допускать таких серьезных нарушений не будет. Но все равно замечания какие-то будут. Будем устраняться в процессе уже выполнения работы. Определены поставщики главных материалов для укладки асфальтобетона, так что проблем дефицита возникнуть просто не может. Всего же в этом году проект накроет 112 километров дорог на сумму 1 миллиард 250 миллионов рублей. Все недостатки при асфальтировании, как и в 2017-м, подрядчик обязуется исправлять по гарантии. Илья Балханов, Анатолий Пляскин, телекомпания АТВ.